Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Румзи, и добро пожаловать в Brawl Stars, и сегодня все прекрасно знают, что в магазине появился новый скин Кока Роза за 150 гемастиков, и я буду его, конечно, разыгрывать, но, друзья, мне одна птичка нашептала на ухо, что в магазине появились еще и мега крутые акции, и, возможно, они будут круче даже, чем скин, но, друзья, перед тем, как я зайду в магазин, пожалуйста, поставьте лайкусик, подпишитесь на канал. И самое главное, не забудьте ввести код автора Робзи. Очень многие забывают это сделать, поэтому, ребят, заходите в игру, вводите код автора Робзи, а дальше, ребят, мы залетаем в магазин и... Оу! Нифига себе! Две особых акции, ничего себе, по 109 гемов и 169 гемасиков. 1000 золота, 4 мегаящика, 1000 золота и 7 мегаящиков, ребят. И посмотрите, скин стоит 149 гемасиков. Я обещал, как только в игре появится этот скин, я, конечно же, его куплю. И я его разыграю, а точнее, друзья, вот этот набор за 170 гемасиков. И если кто-то из вас выиграет 900 рублей, потому что я именно буду отправлять деньги, то, ребят, смотрите, вы можете за 170 гемасиков купить себе либо скин, либо вот эту акцию. Она тоже действует 2 дня, 23 часа. Просто пипец. 1000 золота, 7 мегаящиков. Здесь будете выбирать, что вам выгоднее. Поэтому, ребят, мне нужно донатить. Мне нужно купить 2 акции. Мне нужно купить скин на розу, потому что мне нужно золото. Мне нужно мегаящики. Мне все нужно. И мне нужен скин. Поэтому, ребят, я буду сейчас закидывать, если не ошибаюсь, 360 гемов. Хотя, возможно, даже больше. Как бы странно, друзья, не казалось, но мне пришлось закинуть 4690 рублей и купить 950 гемасов. Почему? Потому что, друзья, мне не хватило бы на все эти акции. Это просто жесть, капец. Я потратил в этом ролике уже 4500 рублей, хотя он только начался. Ладно, давайте закупим себе вот эту акцию. Плюс монеты, плюс мегаящики. Я не знаю, зачем они мне нужны. Они мне нужны для того, чтобы было много золота. Я хочу покупать себе скины за золото. У меня их очень много. Но не все, друзья, не все скины куплены. Забираю, кстати, вторую акцию, если вы не заметили. Тоже 7 мегаящиков. А это примерно 7 уж. 6 там, ну, в общем, это 3000 золота. Мне это тоже, друзья, нужно. Хотя, эти акции очень хорошо бы зашли на свежие аккаунты. Смотрите, 24000 золота. И я забираю себе серебряную Джесси, потому что я бы хотел получить и золотую Джесси в дальнейшем. И теперь, друзья, забираю еще и Кока Розу. Она мега крутая, она очень офигенная. У нее все анимации изменены. У нее изменена ульта. И посмотрите, если я сейчас ее выберу, прямо сейчас на экране она будет стоять и постоянно танцевать. Это один из лучших скинов. Посмотрите, она просто дэнсит. Та-ра-та-та-та-ра-та-та. Та-ра-та-ра-та-та-та-та. Просто вот будете смотреть, и она постоянно будет танцевать вместе со своим цветком и с этими кокосами, блин. Ладно. Куда можно ее, скажем так, затулить? В столкновение нет. Захват кристаллов нет. Может быть... А если мы возьмем розу и пойдем в баскетбол? Возможно, плохая идея. Стой, 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 стой. Возможно, была плохая идея. Хотя, подожди. Здесь у нас кустов же нет, подожди. Ну да, у нас кустов нет. Точно мы точно не берем этот гаджет. Берем гаджет на кусты, наоборот, и будем заставлять. Так, ребят, против нас играет 3 ближника. Неплохо. Неплохо, ребят, но и нехорошо. Идем сразу. Посмотри, посмотри. Ставим кустики. Вот так вот. Вот так вот. Ага, ага. Давай, 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 давай. Давай, 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 выносим, выносим. Да ладно. Тихо, 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 давай, давай. Ага, давай, погнали. Попробуй, попробуй, попробуй снова поймать. Ага. Да, пацаны, дайте пас! Дайте пас! Ну! Дай пас, мистер Как-то! Божечки ты мой! Да боже. Опа, 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 давай, давай, пожалуйста, забей. Ну, пожалуйста. Уу! Я закинул, ребята, видали? Вот это я мастер про. Ребята, просто мастер профессионал. Так, убиваем. Ай. Это было больно. Это, кстати, было. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Вы посмотрите, как... Просто роза гигантская, гигантский, блин, кокос. Так, тихо, тихо, аккуратно, аккуратно, ворон. Давай, да что ты делаешь? Я не помню, зачем ворон взял и меня убили. Меня убили, они втроем идут, но это гол. Но это однозначно гол, еще и трехочковый, скорее всего. Нет, 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 нет. Фу, промазал, промазал. Так, мяч у меня, идем, 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 идем. Нужно забивать трехочковый, ребят, нужно как-то забивать. Главное, чтобы меня не сбили. Главное, а, меня при...
Так, включаем ульту, погнали. Минус один, ага, промазал. Ага, включаем еще одну ульту. Попробуй пробить розу. Никому это не... Тихо. Опа, давай, ну попаду, пожалуйста. Ну, закатись, давай. Да хватит. Я не понимаю, что за фигня. Ай, блин, застал, вот ты гадина. Так, подожди, сейчас, меня никто не пробьет, пипец, я под кокосами просто фигачу. У него есть гаджет, Пацаны, пробивайте. Да бросил меня, я так и знал, что бросит. Тихо, отходим. Ворон, ты здесь никак не пройдешь. Как Фрэнк далеко достает. Ага, фиг тебе. Так, идем, убиваем Фрэнка. Тихо, сбивайте. Не дайте забить. Уходим, пацаны, давай. Так, пробиваем, давай, в ульте. Ну, добейте. Да что вы с мячом делаете? Почему мне постоянно такие тиммейты в команде? 2-0. Хотя бы не дать забить. Так, Фрэнк что-то пытается. Заряжает ульту, его расфигачивает рикошетик. Так. Не, братишка, такие к нам здесь, друзья, не доходят. Так, давай, пасани. Так, включаем ульт, идем на Фрэнка, просто месим Фрэнка. Ага, нифига. Давай, Ворон, давай, 9 секунд. Я тебя не подпущу, дружище. Включаю ульт, начинаю наваливать под огромным уроном. Выбрасываю мяч подальше. Ага, сейчас, просто ее просто... Блин, это пипец, а не роза. Ну, я здесь явно затащил каточку. Я явно здесь был просто лучшим игроком в этом режиме. Так, куда еще можно сходить? Ребят, бой с боссом. Бой с боссом, ребят. Я хочу в бой с боссом, знаете, за кого пойти? Я хочу пойти, конечно же, друзья, за базиком. Но сегодня пока это не работает, поэтому сами сходим. Броубол на ускорение. Ребята, это то, что нужно. Броубол на ускорение за розу. И я, заметьте, не потеряю кубки, если даже сейчас сольюсь. Так, еще и пиявка. Еще и сверху. Ну, как говорится. Ну, ладно. Так, давай, врываемся. Так. Где? Тихо. Против Шелли. Так, наши внизу. А, подожди, я не по... А, подожди, я понял. Вы поняли, что это было? То есть у нас... А почему... У нас ворота... Подожди, мы рысаемся сверху, а ворота наши снизу? Это как это работает? Это кто? Кто такой вообще придумал? Стоп. Подожди, то есть мы рысаемся сверху, а наши ворота снизу? Почему я сразу не понял, в чем... Это просто какой-то трэш. Это лютая какая-то фигня непонятная. Так, ребят, врываю. То есть нам нужно схватить мяч. Нам нужно схватить как можно быстрее мяч и куда... А, все, мы забили. Мы забили просто. Здесь, кстати, карлы просто рулят очень сильно. Так, врываемся. Так. У кого мяч? Давай. Я на ульте. Я не знаю, что я там нажимаю. Так, Рика, пасуй, бей куда-то. Блин, они сейчас на скорости. Они просто под огромной скоростью сейчас забьют нам. Пипец, как это можно избежать? Я не понимаю, что происходит. Так, врываемся под ультой. Наши уносят. Наш Тара закрутила гол. Я больше в этот режим не захожу. Мне не понравилось просто, пипец. Воу, Apple Up, это что такое? Ой, я не хочу такое играть. Захват кристалл. Нокаут, ребята. Нокаут, нет, не подходит для розы. Давайте в рандомную карту от подписчиков. Называется награда за поимку. Посмотрим. Ну почему-то она слишком какая-то обы... Мне не нравится. И она не подходит для розы, вы заметили? Она просто не подходит для розы. Здесь подходит все, кто угодно, только не роза. Так, смотри. Тихо, они идут. Я врываюсь просто. Раз, два, три, четыре, пять. И добиваем. Ну, сделали минус три. Красиво. Уходим сразу в кусты. Ульта у меня есть. Сейчас Фрэнк ульта нес. Смотри, что делает. Смотри. А мы сейчас... Мы не дадим. Мы просто... Просто добили. О, у нас Сэнди играет за нас. Хорошо. Я сразу прячусь в кустиках. Сейчас ультанет. Смотри. Ой, кто-то не попал. Ага, теперь попал. А теперь роза идет. Включает быка просто. Если тра-та-та-та. Ага. Давай. Ага. Смотри. Минус один. Минус два. Минус три. Просто... 7 звезд у меня. Блин, какая же она имбовая. У нее просто огромнейший урон. Вот эти, блин, ее... Кока руки становятся просто громаднейшие. Так, подруга, дружище. Ну, меня не пробить. Ты понимаешь? Я просто... А кто его отхилил? А кто...
А, его Байрон отхилил, камон! Почему я сразу... А почему я не понял, что его Байрон отхилил? Каким фигом? Я стою такой, бью, думаю, сейчас он уже должен отлететь, а его Байрон такой хил и подхилил. А-а-а, Фрэнка хилит. А у нас есть кто подхилит? Пацаны, а кто меня подхилит, пожалуйста? Я хочу ворваться. Куда полетел? Куда полетел Прима? Блин, они уже сломали все. Они сломали все перегородки. Прима, уходи, у нас проблема. Так, хорошо, хорошо. 23 на 17. Просидеть всего лишь 17 секунд. Ага, давай. Не-не-не-не, твоя ульта здесь не работает, понимаешь? У тебя здесь, как говорится, нет власти, дружище. Так, ставим вот здесь немножечко такую штуку. А теперь вот так вот и врываемся просто. Тра-т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 а-
ворвались вместе с Эль Прима, накатали пацанов. Так, спасибо большое. Сейчас ульта... Блин, на минус наши звездочки. 32 на 36. Пожалуйста, Кольт, не умирай. 8 секунд, Кольт, живи. Я тебя прошу всеми богами, прошу тебя, не умирай. Я попытаюсь убить Сэнди. Подожди, а чё я так парился? Чё я так парился, здесь кубки не тратятся? Ну, карта сам на самом деле не очень. Я хотел... Подожди, в магазине еще что-то появилось? Стой. А, подожди, подарок. А почему его... Серебряная тара, ребят. Ну, я просто обязан потратить еще и 10 тысяч золота на тару, ребят, понимаете? На тару, рару, серебряный скин. Стоп, подожди, у меня появилась идея. Я реально только что подумал, а что будет, если я эти акции куплю еще на аккаунт, ребята, вот этот? Это у меня нуб-донатер, который я постепенно прокачу. На самом деле, я забыл здесь поделать квестики. Купил Brawl Pass и немножко забил, ребят. Но если я куплю эти акции сюда... Здесь есть гемасики, 764 гема. Почему я их не трачу? Почему я не трачу сюда гемасики? Здесь куча всего, здесь можно покупать, допустим, золото, очки силы. Почему я этого не делаю? Объясните мне, пожалуйста. Но гаджеты я не буду смысла покупать, потому что мне кажется, что здесь можно лучше выбить вот это все с этих мегаящиков. Допустим, посмотрим, можно ли прокачать каких-то бойцов, кто у нас близок к тому, чтобы прокачаться. Вот, ребят, допустим, у нас есть Сквик. У нас есть, допустим, Байрон, которого выбил в прошлой серии. Нет, я выбил Сквика, я выбил всех, короче, которых только возможно было выбить хромиков. Поэтому, ребят, заходим в магазин и давайте посмотрим свою удачу. Сначала открываем за 109 гемасиков. Сколько я смогу выбить предметов именно с вот этой акции? Поехали, 5. Давай, может все-таки... Нет, нифига. Давай, 6. Да серьезно, какие 5? Ну давай. Я не знаю, мне кажется, в этой серии не повезет, но... Потому что в прошлом я на этом аккаунте выбил столько всего, что просто жесть. 4 бравлера, 3 хромика и 1 мифика. Это просто какая-то жесть. И посмотрите, эта акция мне нифига не дала. Только дала немножечко золота и, в принципе, все. Ну, ребят, есть акция за 169 гемасиков на этом аккаунте, поэтому я закупаю 5 предметов. Ничего страшного, ребята. Впереди у нас есть еще мега ящики. 6! Вот это уже интересно. Давайте, пассивочка. Вот, я же сказал, звездная сила. Ну, кстати, хорошая. Это на Леончика, это мне пойдет. Леон 10 силы. 5 предметов. Ну ничего, у нас впереди есть еще 4 мега ящика. 5 предметов. Ну давай, 6! Наколдовал. Просто наванговал. 6 предметов с мега ящика. И еще одна пассивка. Звездная сила, аптечка, которую я, в принципе, никогда не использую. Но это не последняя. И, по идее, это уже последний мега ящик. И... Нет! Нет, друзья. Ну, 5 предметов. Ладно. Я так и знал, что здесь мало чего может выпасть. Зато у нас есть с вами 520 очков силы. У нас есть с вами 2 гаджета. Пружинка у нас есть. Мы сюда закидываем, конечно же, пружинку. И гаджет мы с вами фиганем еще и на Джина. А почему бы и нет? Хотя это бесполезный гаджет, но неважно, ребят. Этот гаджет нужен. Мне не придется его выбивать в любом случае. Так, на этот аккаунт немножечко закинули. И все-таки нужно будет его прок... Ух ты, ё-моё, здесь еще не забрано вот это все. Очки силы. Еще и ящик не забрал. Еще и золото. Ребята, вот это, конечно, да. И уже скоро здесь появится у нас 8 бит. Нужно заняться аккаунтом. Но на этом, ребят, я заканчиваю серию. Принимайте участие в конкурсе, выигрывайте Кока-Розу или что вы там хотите, я не знаю. В общем, буду разыгрывать вот эту акцию за 900 рубасиков, а точнее сами 900 рубасиков. Но никогда не забывайте вводить код автора Робзи. Это самое главное правило. Всем удачи, покедова.